Так что же такое стандарты? Вот начальная школа, да? Отправляем мы сегодня в первый класс наших деток. Что же изменится? Ну, во-первых, я скажу коротко, мои коллеги дополнят. Во-первых, вводится иностранный язык с первого класса. Со второго класса вводится такой предмет, как ступеньки информатики, сходники до информатики украинского языка. Уроки физкультуры в начальной школе, ну это будут как бы уроки здоровья. Больше акцент будет на оздоровление ребенка на уроках физкультуры. Поэтому, как видите, ничего такого страшного нет. Делается все только на благо ребенка.